Всем здравствуйте! Сегодня я исполню для вас очередное стихотворение Бальмонта Константина Дмитриевича. То, что люди называли по наивности любовью, то, чего они искали, мир не раз окрасив кровью, эту чудную жар-птицу я в руках своих держу. Как поймать ее, я знаю, но другим не расскажу. Что другие, что мне люди, пусть они идут по краю, я за край взглянуть умею и свою бездонность знаю. То, что в пропастях и безднах, мне известно навсегда. Мне смеется там блаженство, где другим грозит беда. День мой ярче дня земного, ночь моя не ночь людская. Мысль моя дрожит безбрежно, в запредельность убегая. И меня поймут лишь души, что похожи на меня. Люди с волей, люди с кровью, духи, страсти и огня. Всем спасибо!